Ярославскую сбытовую компанию проверила прокуратура. Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, в прошлом году для приобретения недвижимого имущества более чем на 119 миллионов ЕСК незаконно включила в тариф расходы на его приобретение, что повлияло на стоимость электроэнергии для населения. На имя председателя регионального правительства Александра Князькова после проверки сбытовой компании областной прокурор внес предоставление об устранении данного нарушения. В настоящее время областной департамент энергетики исключил более 119 миллионов из расчета тарифов.